Каждый день песчаные скульптуры на площадке базы отдыха «Зеленый остров» приобретают новые очертания. С 9 часов утра и до 8 вечера художники прерывают работу над своими творениями только на обед. Все остальное время посвящается творческому процессу. Мне нравится просто, это вид отдыха для меня, понимаете? Когда ты в мастерской зиму, весну там начало проводишь, это депрессивная такая вещь. А тут на солнце, на воздухе, общение с людьми, со специалистами, коллегами, это здорово. Ну, здесь очень так уютненько, хорошо, все, организация хорошая, тут хорошо, тут близко работать, и такая природа тут. Скульпторам, приехавшим на Сибирскую Атлантиду, довелось побывать на многих фестивалях как в нашей стране, так и за ее пределами. По их словам, Бердский фестиваль дает большое вдохновение.